Следующий проект – изготовление длинных крючков, ну, так называемых ломов. Вот это диаметр 16, крючок будет 1,40 м, ножевидной формы, с двумя загибами. Вот этот 18 будет ломик, 1,50 м. То же самое. То есть, такого в моем инструменте как бы нету. Вот здесь в основном прямые крючки с небольшими загибами, либо они там какой-то другой формы. Вот. Вот это вот 1,20 м, это 1,30 м, вот будет 1,40 м и 1,50 м. Иногда не хватает этих крючков. Вот я их решил сделать с нержавеечки. Ну, ход работы я буду снимать. Потому что вопросов задается много, как делаете, как гнете, как точите. Вот я решил сделать таких пару видео, чтобы ответить на вопросы ребят. Вот потихонечку из заготовки, из прутика получается нужная форма. Все лишнее на полу. Вот такая вот пика. Ну что, вот он следующий этап. Поверхность у нас после обработки грубой вот такая. Неровная. Но это обработка на грубую. А надо, чтобы стала хотя бы вот такая. Понятно, что с красоты воды не пить, но все равно приятнее инструменты в руках держать и им работать, когда все аккуратно. Убирается все это абразивами тоже, но уже шкуркой надевается на полировальник. Вот 80-ка, 100-ка, 120-ка и до 180. Вот такими шкурками. Продолжаем работу. Ну-ка покажи. Вот он, один загибчик готов. Сейчас будем делать второй. Вот такая клюшечка у нас получится. Интересная. Нужно в хоккей играть. Так. Не сломаются? Диски нет. Ну и слава богу. Опа! Не сильно ли? А если что, подогнем потом. Нам-то и доставать надо, ну, далеко. Как-то так, наверное. Да. Ну хотя, где-то примерно 30 здесь и есть. Да. Очень как и задумано было. Ну-ка давай посмотрим. Получился, да, именно такой. Соответственно, вот оно 45. Угу. Ну да, как раз примерно 30 плюс-минус 2 градуса. Но единственное, вот этот вот у нас относительно вот этой загнут слабовато. Ничего, если он... надо, потом подогнем. Нет, я думаю, еще надо чуть-чуть. Покажи, ну, крючочек какой сейчас получился.
крутая. Вот. Крючочек у нас получился. Вот такая вот. Почти. Блямба получилась. Почти 90 градусов. Поближе его снимите. Вот такой крючочек. Красота. Да. Осталось сделать ручку и вперед. По-моему, отлично. Сейчас я подальше стану. Тут ты с таким маленьким крючком в кадр не помещаешься. Можно что-то. Что-то даже пробовать ковыряться. И он упертый получился. Ну да. Маленький ломик такой. Ну вот, финиш. Обработка ручки после сварки. Попробуй. Только, по-моему, все следы уже затоптали. Запятна, Юрий Константинович. Ну вот, финиш. Крючок сделан. Женьку, спасибо. Расскажи за крючок теперь. Длина его у нас... Длина прута 140 сантиметров. Вот, 1,40 м длина. Последний загиб 7 сантиметров. Предпоследний загиб 17 сантиметров. Вот, и угол примерно. Примерно первый угол 30 градусов, второй угол 40 градусов. Вот, где-то... 70, там, может, 70 с копейками градусов. Вот такой вот крючочек получился. Окончание вот такое. Осталось его чуть шлифануть. Но это уже для красоты. И все, и пользоваться. Ручку сочинили опять же. Вот, из маленькой квадратной трубы замотали изолентой. Ручка мне такая больше нравится в работе. Ну вот и все. Крючок готов. Вот, можно им работать.